Министерство внутренних дел Чувашии возглавил генерал-майор Виктор Шмитков. Сегодня с новым министром встретился глава Чувашии Михаил Игнатьев. Представил нового руководителя ведомства заместитель министра внутренних дел страны Игорь Зубов. Михаил Игнатьев поблагодарил его за содействие в вопросе создания в Чебоксарах специального исследовательского центра. Раньше материалы приходилось отправлять в Казань. Огромные слова благодарности за лабораторию ДНК. И средства вы выделили. Все это теперь работает. И даже рецидивные особо опасные преступления, которые годами не раскрывались, за последние годы практически высокий показатель раскрываемости. Это очень важно. Игорь Зубов отметил, сейчас стоит задача по укреплению так называемого низового звена и развитию сети участковых пунктов полиции в сельской местности. Сразу после встречи с главой региона нового министра МВД Почувашии Виктора Шмиткова представили личному составу. Ранее он занимал должность заместителя начальника главного управления МВД России по Волгоградской области.